Осуждение журналистов в Мьянме вызвало волну негодования по всему миру. Судебный процесс уже назвали пародией на правосудие и постановкой. Репортеров агентства Reuters приговорили к 7 годам тюрьмы за разглашение государственной тайны. Арестовали их еще в декабре прошлого года. Они занимались расследованием убийств мусульман рохинджа в штате Ракхайн. Обвинения построили на том, что журналисты получили секретные документы от представителей полиции. Однако глава Reuters сказал, что дело было сфабриковано и что репортеров должны были освободить прямо в зале суда. Очевидно, что это несправедливо. Очевидно, что их подставили. Один из полицейских в свидетельских показаниях сам сказал, что они специально предоставили им эти документы, чтобы их арестовать. И он сказал это на открытом слушании. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала журналистов освободить. Думаю, информация об убийствах, которую они получили, представляла общественный интерес. Также я думаю, что весь судебный процесс был пародией на правосудие. Я призываю правительство Мьянмы освободить их немедленно. В организации «Репортеры без границ» судебную систему Мьянмы назвали зависимой. Срок в 7 лет для двоих журналистов – очень тяжелый приговор. И это явный показатель того, что демократические преобразования в Мьянме близки к провалу. Летом прошлого года после активации столкновений между военными Мьянмы и боевиками движения «Араканская армия спасения Рохинджа» началась силовая операция. Это привело к жертвам с обеих сторон и массовому бегству Рохинджа в соседние страны. По данным ООН, свои дома покинули более 700 тысяч представителей народности.